любил природу, любил леса. Лесоводы в настоящем или будущем, они вспоминают человека, который для них служит примером. Международный год лесов стал поводом почтить память Григория Чебитько. Он 40 лет проработал в этой отрасли. Создал только лесных культур на территории области более 100 тысяч гектаров. Занимался грамотной защитой в сфере и сельского хозяйства, то есть создавал полезащитную систему земледелия. Григорий Чубитько был директором Вольского лесхоза с 1955 года. За время его работы было создано больше сотни гектаров защитных насаждений, выращено десятки гектаров новых лесов. В области в этом году откроются еще две мемориальные доски заслуженным лесоводам. Все они работали в те времена, когда эта профессия была престижной. Сейчас для лесхозов настали сложные времена. Людей для работы не хватает. На открытие мемориальной доски приехал ветеран отрасли Владимир Куксов. Вольский район – самый лесистый в области. 7 лет Владимир Иванович был здесь главным. В то время в хозяйстве работало 40 лесников. Сейчас 6. Деревья вырубать некому. 600 тысяч гектаров. Считается, вот примерно в каждый год на гектаре прирастает 1 кубометр. Вот этот кубометр подлежит вырубке. Вот значит, 600 тысяч надо вырубать, кубометр. А вырубается там 90. Остальные остаются на карте. Лес стареет. В конце концов, будет деградируется лес. Вместо заботы о лесе сейчас в хозяйствах думают о его продаже. Штакетники, доски, черенки для лопат и топоров пользуются спросом, а вот отходы пропадают. Во дворе лесничество, горы досок. Их отдают населению даром, на дрова. Никто не берет. Лес пропадает. Екатерина Савина, Александр Королев. Новости. Телеобъектив.